Несколько минут назад стало известно, что вместе со своей девушкой во время отдыха на Мальдивах погиб сын Тарзана. У знаменитого танцора после этого известия случился гипертонический криз. С Наташей Королевой работают психологи, и она не отходит от мужа. Трагедия произошла вчера вечером. Сын Тарзана вместе со своей девушкой взяли на прокат моторный катер. Спасатели предупредили их о штормовом предупреждении, но молодые люди были навеселе и проигнорировали их слова. Пятибалльный шторм в открытом море – это серьезное испытание для опытного моряка. Что уж говорить о молодых людях. Небольшой катерок раскачало на волнах, и через несколько минут он перевернулся. Когда подоспела помощь, девушка была еще жива. Но позже она скончалась по пути в больницу. Сейчас все поклонники переживают за Сергея Глушко. Они волнуются, что Тарзан не сможет пережить этой потери. У известного танцора был тяжелый год. Он пережил инсульт и падение с балкона. А совсем недавно против него было возбуждено уголовное дело за несанкционированные действия по отношению к другому человеку. Напомним, что у Сергея Глушко трое детей. Дочка Анастасия, покойный сын Николай и сын Архип, рожденный в браке с Наташей Королевой. Как написала Королева в социальных сетях, сын Архип буквально бьется в истерике. Он обожал своего сводного брата.